Мнение белорусского политолога Андрея Портникова. Сейчас критическое значение имеет установление и документирование фактов нарушения российской стороной своего мандата с помощью тех же беспилотников. Также, по его мнению, стоит взять под контроль Лачинский коридор, чтобы гарантировать его использование для хозяйственных и гуманитарных нужд и исключить его военное применение. Я бы на месте Баку сделал односторонний шаг и ввел войска в Лачинский коридор. Пожалуйста, гуманитарные связи, экономика, нет проблем. А военные грузы нужно застопорить. В этом смысле, я думаю, армяне тут даже ни при чем. Это исключительно инициатива российских миротворцев. Армянское население даже не стоит трогать особо. Просто паспортный контроль и не пускать граждан Армении призывного возраста в Карабах, также добавил Портников. Чтобы обезопасить ситуацию в регионе, как считает белорусский эксперт, необходимо придать миссии миротворцев Москвы многонациональность. Возможно, допустить включение других стран не из числа российской коалиции, обеспечить мандат ООН, провести полную демилитаризацию и разоружение незаконных формирований. По мнению Портникова, миссия должна иметь четкий и конечный срок. Главное, по его мнению, это четкие сроки на каждый этап, иначе миротворцы будут затягивать до бесконечности.